Здравствуйте. Таганрогское отделение ГИМС. У нас сейчас проходит совместный рейд по месячку безопасности на водных объектах в летний период. С нами сотрудники транспортной полиции, поднялись шалетник, администрация города Таганрога, поднялись шалетник. Хотим вам напомнить, не оставляйте детей без присмотра. Хотим вам учить памятку, как вести себя на воде. Купаться только в оборудованных местах, потому что есть здесь пункт медицинской помощи, спасательный пункт, и не купаться не в оборудованных местах. Каждую среду и пятницу Таганрогское отделение ГИМС, сотрудники администрации и полиции проводят рейды и на суше, и на воде. Отдыхающим на берегу Таганрогского залива вновь и вновь напоминают, как безопасно вести себя у водоема. Особое внимание детям. В летний период происходят моменты, когда люди гибнут на воде, и основными причинами являются это оставление взрослыми родителей, это несовершеннолетних детей у водоемов близко, также это купание в необорудованных местах и распитие спиртных напитков на пляжах, прилегающих к водоему. Мы вам вручаем вот такую памятку, к вам просьба, детей без присмотра не оставляйте, можете лежать загорать, а ребенок сам зайдет в воду и, не дай бог, случится беда. На расстоянии вытянутой руки хорошо? Купаться только в оборудованных местах, потому что присутствуют всегда спасатели, медицинские работают. При несчастных случаях, не дай бог, это произойдет, сразу обращайтесь к ним. Обязательно научись плавать, не заплывай за ограждение, не подплывай близко к идущим по воде катерам, пароходам. Во время игр в воде будь осторожен и внимателен. Такие советы можно прочитать в памятке. Казалось бы, простые правила, но все больше людей ими пренебрегают, что нередко приводит к трагедии. Только за 3 недели в регионе утонули 3 детей. Чтобы предотвратить несчастье, к профилактическим рейдам подключились педагоги и волонтеры. Молодой человек, это хороший вид спорта, Сап, но дальше от берега не отходите, потому что там глубина, пожалуйста, около прибрежной зоны. И с ухудшением погоды, пожалуйста, на берег выходите. Не заплывайте, пожалуйста, далеко от берега, это опасно для вашей жизни. И с ухудшением погоды, пожалуйста, выходите на берег. Берегите себя, свою жизнь. Помощь не нужна? Инструктаж проходит и на воде. Любители заплывать за буйки, поплавать вдали от берега на матрасах и кататься на сабордах возвращают на мелководье. 2 недели назад сотрудники отделения ГИМС спасли группу детей на сабордах. Их унесло в залив. К счастью, все живы и здоровы. Благодаря этому тросу 3 мужчин и 3 женщин были спасены. У них закончился бензин, и когда сотрудники Таганрогского отделения ГИМС их нашли, растерянная компания отдалилась от берега на 15 километров. Проект «Безопасное лето» проводится в Таганроге с 2017 года, а в 2023 он стал лауреатом конкурса «Общественное признание» в номинации «Проекты, проверенные временем, успешные инициативы». Дарья Барлаухян, Андрей Токарев, Первый Ростовский.